Вот она, городская елочка. Стоит. Вот такая красивая. Народ здесь. Дети играют. Здесь кораблик для детей. Строим. Там вдали с башенки это ресторан. Вот такая звезда сверху на елке. Это вот цветные светильники такие, столбики стоят. Вечером светится, а сейчас немножко солнца в тумане. Тут вот различные фигуры, они вечером зажигаются, горят, светятся. Вот тут олени. Тут вот горка изо льда. Нравятся люди. Здесь вот маленькая такая горка. Такие ледяные интересные скульптуры из льда. Лед, наверное, готовили, заготавливали с озера Светлое. Здесь вот надпись Нефтекамск. Тут не ошиблись. Тут плохо, что музыка играет. Я думаю, что придется менять звуковую дорожку. Вот это вот Дед Мороз ледяной, Снегурочка. Там богатырь на коне. Здесь у нас это какая-то фигура. Я затрудняюсь сказать, что это за фигура. Вот такое сооружение. Это искусственная елка. Шары такие красивые. Она вечером горит, вот эти полоски, там лампочки вмонтированы, она горит, зажигается. Ну, вот это кольцо большое, обзорное. Оно сейчас работает, кстати. Можно так.
резиденция такая. А где? Дед Мороза. Вот они там сидят. Интересно. Детишки к ним приходят в гости. Дед Мороза стишки читает. Вот такая резиденция. Все. Стишки прочитаны. Там у тебя, короче, в багажнике рыба осталась, если честно. Здравствуйте, здравствуйте,